Кто для вас самый уважаемый человек на планете, живший в любое время? Ну, наверное, папа родной, царство ему небесное. Кто самый презираемый? Да есть один пидор жирный, мразь. Ну и сразу следующий вопрос. Чем закончился конфликт с уродом Ивановым? У меня никаких конфликтов не было. Данный персонаж уволился от меня по собственному желанию. Дальше у него произошел карьерный рост в кинобизнесе. Он теперь торгует лошадиным говном. Мог бы своим, наверное, торговать гораздо успешнее. Ну вот, вот так. Никакого конфликта лично у меня не было. И нет. Тут надо посмотреть за 5 лет, где он сейчас и что мы делаем за 5 лет. Забей.